close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Всем привет, ребят! Сегодня очень теплая погода. Решили выехать покататься по стриту, по набережной. Это Давид. Сколько сегодня градусов, бро? Вот, что по мне 16. Ну, в общем, 16. Давай! Короче, 16 градусов сегодня. Эти вот пальмы. Сейчас поедем через набережную, через самое красивое место в нашем городе. Не считаю город. Будем тататься. Прощай. Я взял твое бу! Опа, нихуя, ну ты стоишь. Парень, сейчас обгони их. Давай, давай. Мой бабка Оп, оп, оп. Это что такое? Ребята, нашли какой-то велик. В общем, разыгрываем его. Прямо сейчас приезжайте сюда, вот на это место, это Новый Век. И забирайте его. Но я не знаю, когда это видео выйдет и останется ли он тут. Он, похоже, давно уже тут стоит, весь грязный. Хозяин, наверное, за ним не следит, да? Берем его ведь. Да. Да не, мы подписчикам оставим. По-моему, в Адлере традиция, что дырки были в скейт-парке. Развалиться можно? Блин, я вначале засрал, а не снимал. Ну это, короче, китайская моя версия. Без барспин. А, ну акселерайте, пошли. Едет, едет, соседнее село.
А, рука. А где Фако? Я не знаю. Кто мне звонит? Спорт. Спорт – это сила. Подписывайся. Не на него, на меня подписывайся. Нет, он шутит. А что ты жрешь тут, а? Что ты жрешь? Бургеры, картошки, мартошки? Ой. Комментарий спортсмена. Факу просто на диете. В общем, ребята, там вот дрифты какие-то. Мы хотим подняться на вот этот вот мост. Красненький, розовенький. Он вот закрытый. Не знаю, давай попробуем подняться, короче. Может, с него будет все видно, мне кажется, прекрасно. Мы тоже где-нибудь поворот. Я видео снимаю, братан, под мост. Блин, нам не хватило. Как тут перелезть? Ты что, не в селе родился? В селе, братан, не переживай. Поехали смотреть на дрифт. Ребята, мы залезли на этот мост, который вроде нельзя залезать, но ничего страшного. Ребята, короче, недавно я своим друзьям говорил, что есть очень одна оптимальная машина, чтобы купить ее, она очень дешевая, и тренинговать там для дрифта и так далее. Просто, не знаю, топовая тачка, мне кажется, цена-качество. Сука, я издалека слышу звук, думаю, это, короче, 63-й Мерс какой-нибудь там, AMG-шный. А это, оказывается, она. Просто чекаем. Да, он такой. Она, братан! Это GT86 моя Toyota, просто топ. Просто на ее звук. Разве не то? Под капотом же сложил, мне стало за рулем один еще. Да нет, нормально. Пару кадров другого ракурса. Давай, давай, вытягивай. А, ну не-не-не-не-не. Я не я обожаю дрифт. Это более-менее безопасно. Автоспорт. Ребят, чекайте, что я сделаю. Давай, давай, красава. Вытягивай, вытягивай, нормально. Нет, не снес. Показалось. Все, 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 давай. Все, все четко, проехал, проехал. А вон тот вот чувачок, у него машина достаточно мощная, только он что-то не может. А ну давай, бро, покажи, покажи мне Toyota. 86, пошел. Давай, 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 давай. Ой, 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 уехал. Это рекорд ее или мне кажется? Это рекорд. Раскрутилось. Нормально. Все равно нормально. Пошла. Пошел гонщик. Нормально он так подал, нормально. А ну
смысла нет просто так покрышки. Тут покрышки тратить. Вон порт. Порт. Нет, не нормально. Вон, вот на порт что-то. Давай порт, покажи им, как надо. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите больше видеть машины, там, мотоциклы, тачки, дрифты, сходки, то пишите это в комментариях, поддерживайте лайками. Впереди лето, и у нас бывают очень крутые сходки тут. Я могу все это снимать, заливать для вас. Всем удачи, всем пока!